Представляю вам мой новый концептуальный альбом вместе с видео, одновременное там видео, и пытаюсь петь, читать, моя лирика, новые биты и новая концепция вступления, интро и аутро будет в конце. Обращение там к Богу и к земному. Прошу, послушайте. Может быть, кому-нибудь хоть понравится. Хоть я не умею петь. Хоть, может, кому-нибудь забавным, смешным покажется. Я сейчас вот обрабатываю его. Видите, как долго. Я Александр Ленин. Тихон Мышкин. Тихон. Каждый день моя единственная отрада — это создавать песни. Но я не умею петь, мне не наградил Бог даром пения. Я не учился петь, никогда не знал, что буду. Поэтому у меня вот так все плохо получается, никому это не нужно. Поэтому я рассчитываю хотя бы на одного-двух людей, кому это понравится, может, хоть немного. Хотя, это кузов будет.